Мошенник фрот рулетки на линии. Алло. Ирина Викторовна, здравствуйте. Слушаю. Вас беспокоит Социальный фонд России. Меня зовут Дарья Сергеевна. Угу. Поступило письмо из министерства касательно вашего трудового стажа. И что в нем? Его перелично дали. Оказывается, что у вас недосчет идет 1,5 года. А вам необходимо будет обратиться в пенсионный фонд по месту вашего жительства и написать там заявление по 106 форме на перерасчет стажа. Таким образом, у вас увеличится коэффициент, соответственно, будет большая сумма пенсии, и также должны будете получить единоразовую выплату за то время, которое вам не досчитали. Слушайте, я не знаю, в чем может быть проблема. Вам, наверное, лучше с моим работодателем на этот счет пообщаться. То есть, если они там что-то не добавили, пусть они не разбираются. Я понимаю, но это не обязательно именно ваш работодатель, с которым вы сейчас работаете. Это могли быть предыдущие работодатели. Они могли по неосторожности не досчитать этот стаж. Или же, может, из-за того, что не хотели уплачивать налоги за определенный период времени. Ну, в любом случае, этими вопросами бухгалтерия же должна заниматься именно организация. Дело в том, что я не имею понятия, какой работодатель вам не досчитал эти 1,5 года. Вам как раз у меня всего их 2. То есть вы напишите и в одну, и в другую уточните. Там за какой период вы скажите, и я вам скажу, что за работодатель. А у меня этой информации нет, понимаете? Вам нужно подойти в пенсионный фонд, написать там заявление и как раз таки разобраться, какой работодатель не досчитал. К нему приедет проверка, и тогда все документы будут проверять. Ну, меня с работы, понимаете, не отпустят. Тем более вот по такому вопросу. Я понимаю, но последняя суббота месяца у нас рабочая, я могу вас записать на нее, в принципе. Ну, может, вы как-то сами сможете, там этот стаж подредактировать? Нет, самостоятельно не смогу. Я не знаю, в чем может быть проблема, понимаете? То есть это, лучше вам именно с работодателем обсуждать. Не со мной лично. Ставаш. Алло. Я говорю, стаж этот ваш. Причем здесь работодатель сейчас? С работодателем разбираться. Вы понимаете, что этими вопросами занимается бухгалтерия? Что они там все вот эти документы по стажу, по там каким-то этим... То есть они... Я не разбираюсь, я не смогу вам в этом помочь. Что я могу сделать? Вы не понимаете, я вам говорю, что вам нужно сделать. Вам нужно прийти в пенсионный фонд, написать заявление на перерасчет, чтобы эти 1,5 года вам досчитались. Но меня с работы не отпустят. Особенно по этому вопросу. Вы с какого времени работаете? Какой у вас график? По будням с 9 до 6 у меня. Каждый день. Мы работаем с 8 до 6. Последняя суббота месяца у нас рабочая. 28 сентября у нас будет рабочая. Может, вы все-таки сами как-то решите этот вопрос? Нет, сами мы не сможем решить этот вопрос. Я в этом не разбираюсь. Я как могу это сама все это сделать? Я не пойму, вы мне, наверное, не слышите или не слушаете внимательно. Я вам только что сказала уже как минимум 3 раза, что вам нужно сделать. Прийти в пенсионный фонд и написать заявление по 106 форме. Этими вопросами должна заниматься бухгалтерия, а не работник, вы понимаете? Это я виновата в том, что ваш работодатель вам не досчитал 1,5 года или что? Это ваш стаж, не мой. Вы обратитесь к нему и пообщайтесь с ним, и там они посмотрят документы. Мне поступило письмо у вас, а не о вашем работодателе. Это вы должны обратиться в пенсионный фонд, написать заявление по 106 форме. Но этот стаж не я сама себе же пишу. Это пишет работодатель. Бухгалтерия подает все данные о налогах, а все. То есть эти вопросами должны они заниматься. Подайте на них эти запросы напрямую, Я не собираюсь ничего подобного делать. Я вам сказала, нам поступило письмо из министерства. Вам нужно подойти в пенсионный фонд по месту вашего жительства. Меня с работы не отпустят, тем более по такому вопросу. Я вам еще раз говорю. Я не побываю, чтобы повторять одну и ту же информацию по 10 раз. Не хотите, хорошо, не занимайтесь. 1,5 года вам не дойти. Вы неужели вы сами не можете решить этот вопрос?
А почему я должна решать вопрос вашего трудового стажа? Я с вами связалась, вас проинформировала. Дальше ваше решение. Хотите, приходите в пенсионный фонд, дальше я же не знаю, в чем может быть проблема. Ну, то есть это нужно узнавать у работодателя. Я вам объяснила только что, в чем проблема. Если вы не перестанете задавать одни и те же вопросы, я прекращу разговор. Ну, блин, я не понимаю, что вы от меня хотите. Я вам еще раз говорю. Я работаю, меня с работы не отпустят. Меня с работы не отпустят. То есть, если это вам нужно как-то этот стаж там подбить, обратитесь к работодателю. Повторяю вам еще раз. Два. Мы работаем с 8 утра, вы работаете с 9. Вы с 8 до 9 можете прийти в пенсионный фонд. Это раз. Во-вторых, суббота, последнее место, у нас рабочее. Вы 28 сентября можете прийти к нам записаться. Вы в последнюю субботу месяца принимаете граждан. Правильно я понимаю? Да. Это у вас какие-то нововведения? Да. Да, и где про них прочитать можно? Давайте все-таки вы сами как-то постараетесь этот вопрос решить с работодателями. Я сама не буду потому, решать что... вопрос с вашими работодателями. Я вас проинформировала. Я не могу, я вам уже сказала, что я не смогу подойти. Меня не отпустят. Вы меня слышите? Мне поступило письмо у вас, а не о вашем работодателе. Я понятия не имею, у кого вы работаете, у кого вы работали. У меня в трудовой книжке все указано. Добрый день. Алло, слушай. Я могу Никиту Сергеевича услышать? Какого именно? Максимов Никита Сергеевич, я могу его услышать? А что вы от него хотите? У него по данному номеру заканчивается срок действия договора на предоставление услуг связи. Ну, он просто после ночной спит, я не буду его сейчас будить. А что, в чем проблема? Кем вы ему являетесь? Супругой. Угу. Я оператор сотовой связи, меня зовут Инна. Смотрите, сегодня у вашего супруга заканчивается срок действия договора на предоставление услуг связи. Он в дальнейшем планирует использовать номер с окончанием 91-92? Ну, скорее всего, да. Он ничего не говорил, что он хочет менять. Хорошо, тогда продлеваем договор на 1 год или на 3 года, как вам удобно? Ну, то на максимальный продлевайте, а что не так с номером-то? Ну, смотрите, по правилам компании нужно продлевать номер каждые 3 года. Странно, он больше пользуется, никогда такого не было. Ну, ранее у вас была подключена услуга продлевать договор автоматически, но с 20.03.2023 данная услуга была более недоступна, так как участились незаконные перепродажи сим-карт. Ну, он не перепродавал, и он вот недавно абонентскую плату пополнял. И все, ну, нормально работает у него, то есть он не жалуется ни на что. Я ему звоню. Компании нужно продлевать договор каждый год, так как мы должны удостовериться, то, что этим номером пользуется именно Никита Сергеевич. Но это теперь ему в салон сотовой связи, что надо подойти продлить? Нет, вы как супруга можете продлить со мной договор, чтобы не тревожить Никиту Сергеевича. Я просто не совсем понимаю, чем я вам могу помочь в этом вопросе. Я просто буду задавать вопросы, вы на них будете отвечать. А вы оператор, да, сотовой связи, получается, оттуда? Да, все верно, МТС. Так, а что не так вот с номером-то? Смотрите, у номера все нормально. Да, у договора заканчивается срок действия договора на предоставление услуг связи. Так как по правилам компании нужно продлевать договор каждые 3 года, так как участились незаконные перепродажи сим-карт, поэтому мы должны удостовериться в вашей личности. Ну, просто он там недавно баланс пополнял, абонентскую плату списали, и у него все работает. Сейчас речь идет не о вашей ежемесячной абонплате, а о продлении договора на обслуживание номера. Ну, это вот в салоне сотовой связи, да, надо будет сделать, то есть прийти продлить? Нет, вы можете сделать со мной это. Я специалист, который занимается продлением договоров. Ну, а каким образом я вам могу в этом вопросе помочь? Я буду вам задавать вопросы, вы будете отвечать на них, хорошо? Ну, задавайте. Мы продлеваем договор на 1 год или на 3 года, как вам удобно? Ну, продлите, не знаю, на 3 пока что. Хорошо, на 3 года. Смотрите, после продления договора вам предоставляется уникальное предложение «Тариф Супер Плюс» со скидкой 50% на первые полгода использования. Акция действует до конца данного месяца. Данный тариф включает в себя бесплатные звонки на любые сети России на первые 3 месяца использования и бессрочный безлимит на номера операторов. А также безлимитный интернет, включая самые популярные ресурсы WhatsApp, ВКонтакте,
и так далее. В тариф входит умная защита от спам-звонков, онлайн-кинотеатр и огромная библиотека фильмов. Книжный сервис с аудиокнигами и подкастами. Вас заинтересовал данный тариф? Я не знаю, девушка, я в этом не разбираюсь. А какой у него сейчас тариф? Чем он? Смотрите, я специалист, который занимается исключительным продлением договоров. Я могу вас после нашего разговора переключить на специалиста, который занимается тарифами, и вы у него подаете вся... То есть вы не видите, да, какой у него сейчас тариф? Нет. А вы точно оператор МТС? Да, я оператор МТС. Смотрите. Также... А что не так с договором-то? Ну, как бы мы договор соблюдаем. То есть если вам нужно его пролонгировать, ну, там, с какой-то, я не знаю, доп. Соглашение заключите, да... продлеваете, что от нас-то нужно? Подтверждение личности. Ну, это есть, нужно смотрите. В салон сотовой связи тогда, получается, прийти. Нет, вы можете это сделать со мной. Каким образом? Как я по телефону подтвержу свою личность? Тем более я, то есть я даже не владелец телефона, а владелец муж. Так как у вас сегодня истек срок действия договора на предоставление услуг связи, ваша учетная запись в нашей системе была автоматически удалена. То есть для того, чтобы я смогла восстановить вашу учетную запись, я направлю вам смс-уведомление в 4-значной комбинации цифр для восстановления вашей учетной записи. Ну, не знаю, кабинет, вот я зашла, у него мой МТС, все работает. И все показано правильно, то есть ничего не удалено, все данные, и вот тут заходишь, все показано, это... У вас все вот, будет карточка хорошо. Карточка, профиль абонента, все тут, все указано, как положено. Я понимаю, у вас в личном кабинете все будет хорошо, но в нашей системе, понимаете, удалилась ваша учетная запись. Но это тогда ваши проблемы, и я не знаю, чем я вам могу помочь в этом вопросе. Если нужно, я могу вот заставить мужа там лично сходить, он сейчас сходит, и там, если какие-то паспортные данные нужны, он их обновит, там, внесете. А по телефону каким образом мы вам можем помочь? Знаете, если бы вы смогли продлить договор в салоне сотовой связи, вам бы позвонили и сказали бы об этом. Но так как вы не сможете в салоне сделать этого, вы можете сделать это специалистом контактного центра, то есть со мной. Но как я могу убедить? Специалист контактного центра. Я вам могу назвать... Так же, как и вы не можете убедиться в том, что я тот человек, которым называюсь. Гипотетически. Ну, вот сами представьте. Смотрите, я буду проверять данную информацию направлением вам СМС, 4-значной комбинации цифр для восстановления учетной записи номера телефона вашего. И с этим я смогу подтвердить вашу личность. Ну, хорошо, присылайте. Одну минуту. Блин, музыку, что ли, хоть включали какое-нибудь на ожидание? Сидишь в тишине. Я направила вам СМС-уведомление. Ожидайте на линии. Я еще хотела узнать, у вас недавно были проблемы со связью, возможно, с интернетом? Ну, я не смогу вам сказать. Ну, лично вот по моей сим-карте не было, как у мужа, не знаю. Вроде хорошо. Не
Вам должно было уже поступить уведомление. Осматривайте. Смотрю. Блин, сколько у него тут непрочитанного-то. А от кого должно поступить? Тут очень много. Портала госуслуг. Так как мы делаем верификацию через портал госуслуг. Это самый безопасный способ для вас. Правда, что ли? Я в этом сомневаюсь. Что это для меня безопасно. Или и для него безопасно. Тут написано никому не говорить. Все верно. Третьим лицам, так как я являюсь первым лицом отбирателем, во вторым лицом получателем, третьим лицам в целях вашей же безопасности вы информацию не сообщаете. Если мне нужна данная комбинация цифр для восстановления учетной записи вашего номера телефона, без восстановления учетной записи вашего номера телефона я не смогу продлить договор на обслуживание номера. И ваш номер будет заблокирован без возможности восстановления. Вы это понимаете? Будете этот договор продлевать через портал госуслуг? Я восстановляю учетную запись вашего номера телефона через портал госуслуг, так как это самый безопасный способ для вас. Как могут что-то восстановлять, если ты даже по-русски говоришь с трудом? Восстановлять она собралась. Еще раз повторите, пожалуйста. Ну вот, даже русский язык мы не понимаем. Я говорю, ты по-русски даже разговариваешь с трудом. Что ты там восстановлять собралась? Восстановлять. Позорники, блин, кого к вам берут, а? Стыдоба. Мы будем продлевать договор? С кем? Со мной. А кто ты? Чудо в перьях, который по-русски даже толком не разговаривает. Я оператор сотовой связи МТС. А что, в операторы сотовых связи берут вот таких вот, которые нормально по-русски не разговаривают? Там все так плохо? Восстановлять. Я так понимаю, мы продлевать договор так не правильно. Будем. Скажи, восстановлять правильно, да? Сложно я же, понимаю, да? Не зная русский язык, правильно сказать, без скрипта. Заблокирован без возможности восстановления. До свидания. Слышь, ну конечно, пошла нахрен. Внимательно. Здравствуйте, уважаемый абонент. Вас приветствует оператор компании МТС. Меня зовут Николай. Проводим продление действия договора по вашему номеру с окончанием 3969. Напоминаю вам, что сегодняшним днем у вас заканчивается срок действия обслуживания. Да, ага, сегодняшним днем, да. И что делать нужно? Если вы желаете обслуживаться дальше по данному номеру, укажите срок его продления. Имеется возможность на 1 год, на 3 года и максимум на 5 лет. Я вас слушаю. Ну, давайте на 5 лет. А чё, почему? Теперь. Извините, с постановлением от Роскомнадзора, а там 6 месяцев мы обязаны перевести всех абонентов с срочного действия договора на срочное обслуживание сроком от 1 года и до 5 лет. Придется для прекращения правонарушений в сети, в том числе мошенничества и телефонного терроризма. В соответствии с законом номер 319 от 2 августа 2024 года. Я поэтому с вами связываюсь, уважаемый абонент, так как мы дорожим клиентами нашей компании. Так, хорошо. А вы знаете, как меня зовут? Алло. Я сейчас отображаюсь там Илье Роман Расинович. Это вам кем-то приходит человек? Нет, я такого не знаю. А когда вы пользуетесь данным номером? Ну, давно уже. Года 3. Вы авторизацию данных производили? Ну, когда я покупала номер, я предоставляла паспорт. И, соответственно, данные все вносились. А что, вам базу слили, что ли, какую-то неверную, не пойму, а? Товарищ мошенник. Какие мошенники? Вот там, которые с Хохластана, вот такие вот. И у которых морковка в заднице. Ты так говоришь, как будто у тебя морковка в заднице. Ну вот так вот. Как будто морковка. В какой-то компании представитель. Касательно сегодняшним днем. Алло. Добрый день. Здравствуйте. С вами связался представитель компании К2, меня зовут Владимир. Хотел бы напомнить, что сегодняшним днем у вас заканчивается срок действия сим-карты с окончанием 13.39. Ага, сегодня. Угу.
И что делать надо? Вы просто укажите срок, на который продлевать сим-карту. Это может быть от 1 года до 20 лет. До 20 лет это максимальный срок действия. Ну ставьте максимальный, да. Там его же можно в любой момент, если что, расторгнуть, правильно? Договор. Да, все верно, верно. Вы в одностороннем порядке можете подтвердить, наверное, расторжение договора. Ага. Хорошо. А подскажите, могу ли я услышать Корепанова Александра Владимировича? Нет, здесь нет таких. Вы точно туда позвоните? Да, я связываюсь по номеру телефона, меня с вами связала система. Как видите, в данный момент представляется компанией. Хорошо, подскажите, были у вас какие-то проблемы с сотовой связью? Возможно, что-то вас не устраивало в качестве обслуживания? Ну, так сложно сказать. В принципе, ничего на память не приходит. Наверное, все хорошо. Пожаловаться особо не на что. То есть в основном работает все корректно? Ну, в принципе, да. Хорошо. А также подскажите, после пролонгации направить вам документ на адрес электронной почты, либо же на ваш личный кабинет, как вам будет удобнее? Ну, а у вас есть моя личная почта? Одну секундочку. Да, она прикреплена к вашему личному кабинету. А подскажите, какая у меня, потому что две. Одну секундочку. Так. Урепонов, нижнее подчеркивание. Нет, это не моя. Это не ваша электронная почта. А как я у вас актуально, либо же на мессенджера вам отправить? Ну, направьте на мессенджер. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Да как удобно, без разницы. И то, и то, хорошо. И то есть. Хорошо, я тогда направлю. Он на WhatsApp также предъявлен, на Telegram. Документ, а кто это такой-то в итоге? Что за мужчина? Дело в том, что данная сим-карта почему-то регистрируется на Корепанова Александра Владимировича 18.01.86 года рождения. Сим-карта покупалась в Ихмахан-Таманском округе. Я так понимаю, вы оттуда же. Ну да, но я не знаю этого человека. А сим-карту, подскажите, давно приобретали? Ну, года 3 назад. Это был 21 год, это был. Ну, меньше, чуть меньше 3 лет. Давайте я сейчас актуализирую данные. Если быть точным, в 2022 вы ее покупали на начале 2022? Возможно, я точно вам не скажу. Я уж не помню. Хорошо, а как я могу к вам обращаться, подскажите? Меня зовут Анна. Анна. Очень приятно. Хорошо, а я могу тогда внести? Я вас паспортных данных ни в коем случае не могу запрашивать, я могу указать либо да, нет, с НИЛС НН я вам точно не скажу, такой по телефону не звать. Я схожу в салон связи, актуализирую. Спасибо, что выявили эту проблему. Я сегодня ее решу. А я направил вам смс-информирование от TID. Вы, возможно, знаете, что это такое. Это верификационная система, которая позволяет автоматически актуализировать данные. Нет, это вход в личный кабинет. Я через нее, мне смс пишет, я в личный кабинет Т2 захожу. Смотрите, пожалуйста, вам смс-информирование было доставлено. Содержимое данного смс-информирования можете прочитать. Через ОКБ мы подтягиваем данные, соответственно, для того, чтобы не запрашивать вас никакой личной информации. Очень плохо. Что простите? Я вот просматриваю информацию, что ваш номер зарегистрирован на многих сервисах, поэтому с данным сервисом мы можем также актуализировать вашу информацию. А зачем вам вход в этот сервис? Это не вход, это номер подтверждения, который верифицирует вашу личность как владельца сим-карты. Чтобы все данные по системе были... Написано, что это сервис. И желательно не сообщать его. Давайте я сама это сделаю. Спасибо, что сказали. Я сегодня подойду и решу этот вопрос. Вы же понимаете, да, что я с вами связываюсь по системе. То есть если же пролонгацию не завершить, то данный номер будет деактивирован. А в связи с чем? Вы, возможно, заметили, что у нас был ребрендинг компании, поэтому ранее наша компания... А я при чем? Это же ребрендинг у вас, а я к этому какое отношение имею? Все верно, но документация зарегистрирована ранее на компанию Теле2. Сейчас мы называемся Т2, и мы также актуализируем активные номера абонентов и, соответственно, переоформляем данный документ. Ну, смотрите, чтобы... у нас порядка миллиона абонентов. Вы каждого обзваниваете и с каждым договор так продлеваете. Вы что, сумасшедшие, что ли? Ну, понимаете, что такие регламенты работают в компании. Ну, какая-то у вас, что за компания? Надо от вас уходить, раз вы такие глупые. Нет подоб соглашения сделать договорам автоматически и присвоить его
заставляет вас обзванивать всех. Но дело в том, что, к сожалению, из-за того, что было ребрендинг компании, данная система была... Ой, ладно, молодой человек, спасибо, что выявили проблему, я решу ее, хорошо. Можете там, ну, заблокируйте, я тогда, может, к другому оператору перейду, раз такие дела. Раз у вас ребрендинги там. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Любовь Викторовна. Слушаю. С вами связался оператор мобильной связи, зовут меня Елена. Ага. С вами для того, чтобы вас уведомить, сегодня заканчивается срок обслуживания вашего номера телефона. Ага. Будьте добры, подскажите, актуален вам данный номер телефона, либо вы больше не планируете им пользоваться? Ну, вообще, хотелось бы его сохранить. То есть, планируете далее пользоваться вашим номером? Ну, хотелось. Да, далее пользоваться. Но если это невозможно, я новый оформлю. Так-то, я думаю, не проблема. Тогда заявку на продление вашего номера телефона. Хорошо. На какой срок регистрируем? Это у нас 1 год, 5 лет, либо это будет бессрочный срок? Ой, давайте без всяких заморочек, но бессрочный делайте, как у меня раньше было. Так, на бессрочный, да? Угу. Секундочку. А касаемо тарифного плана, вас все устраивает? Ага, касаемо все устраивает, да. Тариф можете не менять. Так, хорошо, сейчас, секунду, тогда создаю вам заявку на продление вашего номера телефона. А от меня что-то требуется, что ли, чтобы продлить? Кроме согласия. Для начала я сейчас вам буду направлять СМС-уведомление. Это та заявка на регистрацию вашего номера телефона. Вам на ваш номер приходит СМС-уведомление. В данном СМС-уведомлении будет 4 цифры. Это подтверждение обновления вашего договора. Ага. Пожалуйста, данные 4 цифры запоминайте и не дублируйте для того, чтобы я могла их также зарегистрировать в системе. Хорошо. Я отправила вам СМС, вы можете просматривать и не дублировать, чтобы я точно так же их в системе. А откуда должно это прийти? Смотрите, так как я не имею права запрашивать таких персональных данных, и у нее паспортные данные, то автоматически подтягивается из портала госуслуг. А зачем оператору мои СНИЛС, НН и так далее? У вас есть мой паспорт? Я не имею права запрашивать у вас конфиденциальную информацию, потому что вы когда оформляете новый договор, вы представляете паспортные данные, правильно? Ага, но тем не менее код восстановления пароля к аккаунту вы запрашиваете. Это, видимо, вы имеете право, да? А который 4 цифры, который мне пришел? Это не код восстановления. Да, я читать умею. Это код для того, чтобы я зарегистрировала вашу заявку. Ой, ладно, сливайся, не разведешь. Знаю я этот развод. Номер телефона будет заблокирован. Да, не пизди. Сливайся. Ага, сдохни, сдохни. Выкидывайте. Сдохни. Шахрайка. Сдохни. Шахрайка. Сдохни, хохлушка. Сегодняшним днем прям. Угу. Сдохни. И трубку клади. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует компания Теле2. Меня зовут Александра. Звоню вам, так как у вас заканчивается срок действия договора на обслуживание вашего номера с окончанием 5773. Подскажите, вы будете продлевать договор с нашей компанией? Да нет, у меня все в порядке, все работает. Абонентскую плату пополнила, все хорошо должно быть. А, нет, смотрите, сейчас речь идет не о вашей ежемесячной абонплате, а о продлении договора на ваш номер телефона. Просто ранее компания вам продлевала его автоматически. Но с начала 2021 года участились случаи незаконной перепродажи сим-карт и внеслись поправки в законе о связи номер 126. И теперь договор нужно продлевать самостоятельно каждые 3 года, либо же 5 лет с помощью специалиста из контактного центра.
Это если что-то я не перепродавала никому, у меня все в порядке, все хорошо работает. А я не говорю, что это вы что-то перепродавали. Ну вот, у меня все хорошо работает, все нормально, все и пополнение, и звонки, все хорошо. Смотрите, если вы в течение 10 минут не продлите договор, то в таком случае ваш номер будет отключен и заблокирован без возможности на восстановление. Да не, не может быть, я все пополнила, там все должно хорошо работать. Я вам говорю, что речь идет не о вашей ежемесячной абонплате, это здесь ни при чем. Не знаю, не понимаю. А, слушаю. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Билайн связывается, ваш сотовый оператор. Меня зовут Дмитрий. Да, в чем проблема? Да, хотел бы вам напомнить, что сегодня заканчивается срок действия договора на предоставление услуг связи по данному номеру с окончанием 99-66. Не, не может быть. Расскажите. Не должно быть. Планировать? Что именно не должно быть? Ну, с окончанием. Да, ранее договора были бессрочные. Я пополнила тариф. Я абонентскую плату внесла, у меня все хорошо работает. А сейчас проблема и речь идет не о вашем тарифном плане, который вы пополняете самостоятельно. Речь идет о договоре, который заключался между вами и нашей компанией при покупке данного номера телефона. Сейчас были... Можно я договорю, пожалуйста? Роскомнадзор внес в закон о связи поправку в связи с тем, что участились факты незаконной перепродажи сим-карт. В связи с этим автоматическое продление договоров, услуга была эта отключена. Вы ранее продлевали ежемесячно тарифный план, самостоятельно продлевали договор на обслуживание номера. Сейчас эта услуга более недоступна. Сейчас с помощью сотрудника контактного центра можно перезаключить договор на 1 год, 3, максимальный срок продления 5 лет. Это бесплатно, определитесь просто, на какой период вам будет удобно перезаключить договор. Не, вы что-то путаете, я никому номера не продавала, у меня все в порядке. Что вы подумали, когда вы приобретали этот номер? Ну, ты говорите, что номера перепродают. Я говорю, я не перепродавала никаких номеров. Я понял, что вы не перепродаете. В связи с тем, что участились факты незаконной продажи сим-карт, были внесены поправки. Теперь все сотовые операторы приходят на максимальный срок продления договора 5 лет. Минимальный год. Это что, мне теперь номер поменять надо? Что сделать еще раз? Номер надо, что ли, теперь поменять? Не нужно вам номер менять. Вам нужно выбрать, на какой период вам будет удобно перезаключить договор с компанией. Это безопасная для вас процедура. Я в это самое схожу и перезаключу договор. Куда вы сходите? В салоне сотовой связи продлением договора не занимаются. Этим занимается контактный Нет, центр. Нет, я не в салоне сотовой связи. У нас есть официальный офис Билайн. Я подойду и там все спрошу. Это салон сотовой связи, где продаются номера, где обслуживают, где продают телефоны. Все нет, правильно. Я говорю, что салон. Говорю, в офисе салона сотовой связи не занимается продлением договора. Еще раз вам объясняю. Так я вам говорю, что я не в офис салона сотовой связи. Я не куда вы пойдете? Контактный центр вы прийти не сможете, я вам объясняю. Этим занимается отдел, который с вами сейчас связался. Ну что, у меня с вами связалась система. Зачем? Я вам просто сейчас говорю, мы с вами продлим договор в онлайн-режиме. Это безопасная для вас процедура. От вас ничего сверхъестественного не требуется. Хорошо, я вам сейчас все подскажу и помогу. Нет. Хорошо. На какой бы период хотелось бы продлить? На год, на 3 года или 5 лет? Ну, максимальный давайте. Да, максимальный, на 5 лет. Хорошо. Скажите, перебоев в сети за последнее время не было? У вас все работало? Стабильно. Работает. Качество связи, скорость интернета. Рассказывайте про договор, а в остальном все хорошо. Меня никто не слышал, все хорошо было. Так, хорошо. Вы Ильева Татьяна Владимировна, все верно? Все верно. Так, получается, вы 71-го года рождения, правильно? Да, все верно. Так, да, отмечаю 5 лет. Сейчас заполняю заявку по форме. Буквально несколько минут вашего времени. Также вижу, что вам доступна скидка на первые полгода пользования тарифным планом. То есть тариф не меняется, он остается прежним. Будет снижена стоимость тарифного плана на первые 6 месяцев его использования. Так я его платить 6 месяцев пользую. Говорю, что на следующие 6 месяцев с этого дня вам будет начислена скидка. Скидка действует на тарифный план, которым вы сейчас пользуетесь. То есть, если вы платите 500 рублей, да, будете платить 250. Если платите 1000, будете платить 500. То есть, половина стоимости тарифа. На 7-й месяц вам придет уведомление о отключении данной
акции и уже будете платить в полном объеме, как платили и до сегодняшнего дня. Понятно? То есть я сейчас плачу 200 рублей, а буду 250, что ли? А, нет, будете половину. Если вы платите 200, будете платить 100. Я вам просто привел пример. Если вы платите 1000, будете платить 500. Если платили 500, понятно, будете платить 250. То есть это просто как комплимент от компании за то, что вы являетесь давно лояльным клиентом нашим. Это вы каждому абоненту скидку будете такую делать? Не каждому, не каждому доступна скидка. А кому? Кто давно пользуется, да, непосредственно номером и является лояльным клиентом. Если каждому скидку 50% делать. Не каждому, еще раз вам повторяю, это система выбирает. У вас просто эта скидка была доступна, я вам об этом сообщил. Если не хотите, я ее подключать не буду. Нет, подключайте. Раз уж положено, подключайте. Хорошо. Так. Сейчас. Мне сейчас смс-ка, да, придет, что у меня тариф какой-то, ну, как абонплата будет меняться? Вам после 12 придет уведомление о том, что вам подключена акция на полгода, и будет указана стоимость, да, тарифного плана. Так, одну секунду. Так. Так. Сейчас вам будет в связи с продлением договора перенаправлено уведомление с первой частью обновленного договора. Вы скажите, через портал государственных услуг проводили актуализацию паспортных данных за последний год? Где проводила? Через госуслуги актуализацию паспортных данных проводили? Понятное дело, через госуслуги. А актуализацию паспортных данных где именно-то? Зачем? В личном кабинете или в МФЦ? Ну, там, не знаю, наверное, там все документы верные, скорее всего. Ну, вы лично обращались? Вот вам приходило уведомление в личном кабинете вашего сотового оператора о том, что нужно провести актуализацию паспортных данных через госуслуги? Вы такое сообщение получали? Нет, за последнее не время? Не обновляли данные, понятно. В любом случае, вам будет это уведомление перенаправлено от портала государственных услуг. Сейчас зайдите во входящее сообщение, это обычные смски. Вам там поступило уведомление с четырехзначной комбинацией. Это первая часть обновленного договора. Мне нужно будет в системе за вами зарегистрировать этот номер. Так, погодите, пожалуйста, я вас не слышала. Я в смс-ке зашла. Да, да, в смс-ке. Там вам поступило уведомление с четырехзначной комбинацией. Это первая часть обновленного договора. Мне нужно будет это... Никому не сообщать это. Все правильно. Я являюсь отправителем, да, как представитель компании, вы являетесь получателем. Посторонним этот номер называть нельзя. Мы мне и так отправили. Еще раз, вам отправила система. Это, теперь нужно указать в системе тот номер, чтобы у вас был договор продлен на 5 лет. Так, Магомед, вы меня обманываете. Вы изначально сказали, что от меня ничего не требуется. Теперь вы от меня требуете 4-значный код. Я от вас ничего не требую. Я говорю о том, что мне нужно будет этот номер ввести в систему, чтобы продлить ваш договор. Я говорил, что никакие личные данные от вас не потребуют. Это безопасная для вас процедура. Что от вас персональные данные я запрашивать не собираюсь. Восстановление доступа к личному кабинету. И что никому нельзя его сообщать. Вы проводите актуализацию паспортных данных через госуслуги. Нет, это совсем другое. Я не настолько глупая. Послушайте, я вас не обманываю, Татьяна Владимировна. Если вы не хотите заниматься продлением договора, вы можете... Давайте заблокируем тогда. И ладно, я новый оформлю, но что ж теперь? Я вас услышал. Ага. То есть вы отказываетесь продлевать договор, вы отказываетесь предоставлять информацию номер договора, который вам был отправлен, верно? Нужно. Это не номер договора, это код восстановления доступа к личному кабинету. Я читать умею. Я вам объясню, поскольку вы не совершали актуализацию паспортных данных через госуслуги, сейчас вам уведомление было направлено от госуслуг. Скажите, пожалуйста, какие у меня там паспортные данные у вас по системе указаны? Я вам скажу, актуальны или не актуальны? Да, 46-16-454-775. Нет, это не те.
Такие не знаю. Я тогда подойду к нашим договорникам. Как это вы таких не знаете? Это ваш паспорт. Одну секунду. Мне кажется, вы сейчас наобум что-то назвали, потому что это не мой. Что значит? Хорошо, сверьте еще раз. Первая серия идет 46-16. Вы получали в каком году? По достижению 45-летия, правильно? В 17-м году. Правильно? В 16-м. Ну, а вы говорите в 16-м. А у меня 17-м. Посмотрите, да, а посмотрите в паспорте. Там указывается на год у ранее. Если вы, да, у вас указано. А вы не с России? Вы не с России? Как не с России? Ну, как вы можете, 45 лет, то есть меняешь на год раньше, вы говорите. Указывается в паспорте вот эта серия, которая идет, да, первая, 46-16. Если вы получали в 17-м паспорт, там будет указано 16. Если да вы получали в 18-м, будет указано 17. Возьмите паспорт, посмотрите. Или зайдите в госуслуги, посмотрите на свой паспорт. Это тут паспорт, который вы представляли. Я знаю серию номер паспорта свой. Зачем мне смотреть? Я наизусть знаю. Так, вы от меня что хотите? Чтобы я назвала код, в котором написано, что никому не сообщать? Не назову. Я еще раз вам повторяю. Если вы не хотите пользоваться этим номером, вы можете не называть. Я хочу, я но если вы заблокируете, блокируйте. Так это я ваш паспорт. Я правильно назвал данные паспорта. Почему вы мне говорите, что это не ваш паспорт? Считайте так. Что я вам доказываю? Я понял. Я тоже вам доказывать ничего не собираюсь. Ту информацию, которую вы предоставили, она находится в системе. Сейчас, поскольку вы сами не проходили актуализации персональных данных и не хотите проходить с помощью сотрудника контактного центра, ваш номер будет подвергнут блокировке и отправлен в свободную продажу. Хорошо, потом я придется писать заявление по форме 17, ждать 3 дня для разблокировки и платить 1000 рублей за нарушение договора обслуживания. Кому платить? Что, простите? Давайте, вы меня, пожалуйста, не пугайте там всякими тысячами. Я вас не пугаю. Я говорю о том, что вам придется писать заявление, чтобы разблокировать номер. В салоне сотовой связи, а ждать 3 дня для его разблокировки. Заблокировали? Что... заблокировали, я новый куплю. Его будет блокировать система, поскольку он уже находится в списках на деактивацию, понимаете? Ну, блокируйте. Вы что у меня стращаете? Блокируйте, я куплю новую сим-карту. Что, проблема, что ли? Все. Не дефицит, правильно? Говорите, что вас не предупреждали. Всего доброго. Алло. Уважаемый абонент, добрый день. Добрый. Вас беспокоит оператор мобильной компании «Йота», меня зовут Дарья. Я хочу напомнить, что сегодняшним днем заканчивается срок обслуживания данного номера телефона. Вы планируете далее пользоваться данным номером? Ну, хотелось бы, да, давайте продлим. У вас есть возможность продлить ваш номер на срок от 1 года до максимального срока продления 5 лет. Процедура абсолютно бесплатная, и условия вашего тарифа остаются абсолютно такими. А в связи с чем такие условия? В связи с постановлением от Роскомнадзора, статья 44 Федерального закона 126 о связи, все операторы сотовой связи обязуются своих клиентов переводить на новый формат обновления, то есть с бессрочного обслуживания на срочное обслуживание. И что, абоненту так, что ли, обзванивать? Да, конечно. Ну, хорошо, а что от меня требуется? Для начала укажите срок от 1 года до 5 лет. Ну, давайте максимальный срок. На 5 лет. Также подскажите, данный номер телефона зарегистрирован на ваше имя? Ну, на мое, конечно, на чье же еще. Просто у меня высвечивается Давид. Вы знаете такого человека? Нет, у вас, наверное, какие-то... Может, вы номером ошиблись? Либо данные неправильные? Потому что у меня... Ну, мне ничего не приходило, что у меня номер заканчивается. У меня все работает. И недавно абонентскую плату пополняла, тоже мне... там, ну, в офисе продаж вообще ничего не сказали, что там нужно что-то продлять. Смотрите, мне отображается информация, что ваш номер зарегистрирован на Давида Кардемовича. Нет, здесь никогда таких не было. У вас какая-то ошибка там. Я вас поняла. В таком случае вы можете мне указать полное ФИО и дату своего рождения? Больше я у вас ничего не запрашиваю. Я как бы могу, но как мне убедиться, что вы мне звоните с Йота? То есть как вы хотите? Или вы меня просите просто мои личные данные по телефону сообщить? Может, вы мошенник? Потому что вы мне говорите, что номер заканчивается, а я об этом вообще нигде не слышала, никто про это нигде не говорил. Уважаемый абонент, ранее вам поступало смс-уведомление в личный кабинет, пуш-уведомление, о том, чтобы вы явились в салон сотовой связи
Также по системе виза вам направляла... Зайду в личный кабинет и проверю, не было у меня ничего. Сейчас. Вам направляла, возможно, в течение этого месяца. Пуш-уведомления – это такие уведомления, которые действительны всего 12 часов. Я знаю, да, вот тут есть они, да. Центр уведомления сейчас грузится, секунду, интернет. Так, пополните баланс. Также по системе Visa вам направляли звонки от нашего оператора, на которые вы никак не отреагировали. Подскажите, по какой причине? А с какого номера должны были звонить? Ну, с номера вашего оператора. Того, которого, с которого вы мне звоните? Я вам звоню экстренным номером телефона. Это номер, с которым меня с вами связывает система. Нет, пуш-уведомления, только вот каждый месяц, пожалуйста, пополните баланс. Тут вот с днем рождения меня еще поздравляли. Все, то есть вот такого плана, то, что у меня номер там, договор заканчивается, тут ничего об этом не сказано. А вы... у меня вот через квартал торговый центр с точкой продаж, давайте я туда подойду и разберусь, что такое. Потому что я недавно пополняла... баланс, и мне там дядечка, вот этот, который работает, он мне ничего не сказал, что нужно как-то продлять. Смотрите, у вас был полный месяц для того, чтобы явиться в салон сотовой связи, но поскольку вы не явились в салон сотовой связи... Пару недель назад я была там, и я пополняла баланс. Вы пополняли баланс, а вы консультировались с специалистами? Я номер свой называла, соответственно, человек, который там сидел, сказал бы, а вы знаете, а у вас вот по системе договор заканчивается, вам надо продлить. Хотя как он может заканчиваться, если я сим-карту, блин, купила, полгода не прошло. О каком, о чем речь вообще идет? Это постановление вышло в мае месяце, этом году. Вы можете почитать об этом в интернете. Ну, напишите статья 44 федерального закона 126 о связи. 44-я статья федерального закона 126 о связи. О связи пишите в лапках. Сейчас, секунду. Вас на громкую взяла, я не слышу, что вы говорите. О связи. Ну, и тут написано, что она с 2003 года не менялась. Причем, мне кажется, вы меня обманываете, нет? Сейчас, секундочку, подождите. Я просто, девушка, я захожу в свой личный кабинет, у меня все работает, у меня отображаются минуты, гигабайты, там, сообщения я ими не пользуюсь, там всякие предложения мне это, сыпятся, типа там подключите такую-то услугу, то-то. Там нету ничего про то, что у меня договор заканчивается. Он не может закончиться, потому что, блин, я его оформила буквально недавно. Ну, смотрите, мне по окончанию диалога... Какие-то вам паспортные данные актуальные предоставить? Они у вас актуальные, я паспорт не меняла, посмотрите. Хотя, я не знаю, у вас он не отображается, но это уже ваши проблемы, а не мои. То есть у меня... Но тут, смотрите, вопрос состоит в другом. Номер зарегистрирован не на ваше имя. У меня отображается Давид Азардемович. Ну, не знаю, значит, что-то у вас какая-то там ошибка. Даже как я могу пользоваться... номером, который, блин, нет, на меня не зарегистрировано. Это не это незаконно. Ну, понятное дело. То есть я же его, когда покупала, я предоставила паспорт. Соответственно, мне его продали. Я там за этот номер я деньги отдала. Он что-то в районе 300 рублей стоил. Плюс еще абонентскую плату я еще сверху заплатила. Подскажите, пожалуйста, как я могу к вам обратиться? Меня зовут Аня. Анна. Да. Анна, давайте сделаем так. Я сейчас от вас отключусь, попробую устранить эту проблему. Возможно, произошла какая-то ошибка. Мы приносим извинения. Да, я за это время сейчас схожу вон быстренько и уточню в офис продаж, что там происходит. Давайте тогда так решим эту проблему. Но вы можете никуда не идти, так как если проблема действительно есть... Ну, в смысле, я купила номер, ну, вы говорите, у вас по базе там какой-то дядечка там. Это, возможно, наша ошибка. Вам не нужно сейчас никуда бежать.
Если это ошибка с нашей стороны, нет, то знаете, зачем вам... Что-то меня не устраивает. Какой-то федеральный закон, про который ни хера не менялся, вы мне говорите, меняется. Какой-то мужчина там владелец, хотя владелица я. Нет, давайте я сейчас схожу и решу сама этот вопрос. Что-то нездоровая какая-то тема. Мне вообще абсолютно не нравится то, что вы мне говорите. А Федоровский район, село Первомайское, это... Нет. Вы не знаете такое, да? Вообще не знаю. Я даже не знаю, где это. Подстанционная 6. То есть это не ваш адрес? Нет. Я не в селе живу. В таком случае? Вы можете пробить вот сейчас по вышкам, где пилингуется мой номер. Да. Если вы оттуда, вот посмотрите. Москва. Нет, не Москва. Зарегистрирован был в Москве. Ясно, все. Значит, вы не из Йота. Что вы от меня хотите? Давайте, я вам уже предложила. Я сейчас отключаюсь. Давай, я сделаю то же самое. Я пойду решать этот вопрос сама, потому что мне абсолютно не нравится, что вы мне тут говорите и вводите меня в какие-то заблуждения. Я не хотела вас вводить. Это начинается. А мне тут звонят и говорят, что у меня тут какая-то проблема. Хотя у меня никаких проблем. Ну, это что такое? Ну, вы понимаете, что я не по своему желанию с вами связываюсь. И а вы почему? Знаете, сколько людей я обзваниваю за целый день. Я тоже устала. Ну, я сижу с 8 утра. У меня еще как минимум 1.5 часа рабочего дня. И сколько людей мне еще нужно обзвонить? То есть я не знаю, но я вам еще раз говорю, что, ну, вы проверяете, но я тоже, как бы, пойду проверю, ну, потому что это ненормальная ситуация. На. Короче, да, давайте, я потому что, ну, как бы, по телефону я в любом случае ничего продлевать не буду, тем более там какие-то данные абсолютно не те, с этим нужно разбираться, это какая-то ерунда. В таком случае, ну, всего хорошего. Мы попробуем устранить эту проблему. До свидания. Да, будьте любезны. Да. Елена Владимировна, как про вас номер телефона можно блокировать? Вы не будете дальше пользоваться? Что еще раз? Вас плохо слышно. Говорю, ваш номер телефона можно блокировать? Вы не будете дальше пользоваться? Как опять блокировать? Мне же его заблокировали уже. Или нет? Если бы вам его заблокировали, как бы мы с вами разговаривали? Ну, не знаю, как у вас там это все работает. Я же не работаю. Елена Владимировна, с мошенником. Вы продление будете проходить? Что она с собой представляет? Что за процедура? Процедура продления. Вам будет направлено 2 смс-уведомления с комбинациями. Первое на подтверждение... Учетные записи вашего контракта, второе на его продление. А что за контракт? Контракт на обслуживание вашей сим-карты. А он у меня контрактное обслуживание? А что за контракт такой? Елена Владимировна, вы себя дурочку курите? Нет, я кашу под машню, под тупую. Под вас, короче, с вас пример беру. Что надо? Вы мне уже звоните который раз. Говорите, что заблокируйте. В итоге пиздите. Алло. Алло. Евгения Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует Центр обслуживания клиентов. Связывается с вами оператор сотовой связи. Меня зовут Александр, очень приятно. Слушаю. С вами связались по истечению срока действия обслуживания вашего мобильного номера с окончанием 545. Скажите, вы будете продолжать пользоваться этим мобильным номером? А вы оператор сотовой связи? Совершенно верно. А что не так с моим номером? С понижением Роскомнадзора правила компании были изменены. На бессрочной основе номера не пролонгируются исключительно через техотдел или сотового оператора связи. Я просто сильно... недавно пополняла баланс, мне списали абонентскую плату, у меня все работает. Это тарифные услуги вы свои оплачивали. Скажите, пожалуйста, а вы личным кабинетом пользуетесь? Мобильное приложение установлено у вас? Да, все установлено. Я пополняю абонентскую плату через него. Я понимаю.
Пуш-уведомления на протяжении месяца поступали вам. Для того, чтобы вы посетили салон сотовой связи для актуализации ваших данных как клиента. То есть, к сожалению, вы лояльно относились к данной просьбе, либо проигнорировали данное сообщение. Вот где колокольчик, центр уведомлений должно было туда прийти, правильно я понимаю? Пуш-уведомления, да, короткие смс-уведомления, то есть смс-уведомления. И когда оно должно было прийти? На протяжении месяца посылали вам уведомления? Нет, тут вот что-то соцсети на видео, оплата комиссии, пополните баланс, вам выгода, путешествие, оплата без комиссии, пополните баланс. Нету, не было никаких. Евгения Васильевна, пуш-уведомление от нашего оператора, то есть в течение 12 часов данное уведомление, оно само удаляется, понимаете? Не получается. И как я должна посмотреть, а если я на даче была? Как удобно, да, вы? Хитро придумали. А почему у меня тогда уведомления, которые вот июльские, июньские, они сохранены, а это через 12 часов удалилось? Евгения Васильевна, потому что это пуш-уведомление от нашего оператора. Но мне нужно что теперь, в салон сотовой связи прийти продлить или как? Копию договора я вам отправил смс-уведомление в то диалоговое окно, куда вам ранее поступали смс-уведомления от нашего оператора, то есть в личном кабинете. А в смс-уведомление обычно. Четырехзначную комбинацию. С этой комбинацией посетите салон сотовой связи для того, чтобы копию договора вам распечатали и выдали на руки в бумажном формате. Сейчас у вас есть возможность продлить срок действия вашего мобильного номера. Минимальный срок обслуживания 1 год, максимальный 5 лет. Какой мне срок занести в систему? Ну, сносите максимальный. Благодарю вас за доверие к нашей компании. Скажите, есть ли у вас нарекания на нашей компании? Возможно, вас не устраивает. Качество связи плохое. Меня не устраивает, что вы пуш-уведомления на 12 часов только отправляете. А если человек находится вне зоны действия сети, уехал, а вы тут такие какие-то важные уведомления на 12 часов, это нужно отправлять сообщение, чтобы оно не удалялось. Вот это меня не устраивает. То есть вы не хотите, чтобы мы вам отправляли пуш-уведомления, я вас правильно понимаю? Мне пуш-уведомления не приходят. Мне приходят уведомления в личный кабинет, которые не удаляются. А вы какую-то рассылку делаете, которая в итоге через 12 часов удаляется. Я вообще первый раз про это слышу. У вас компания с логикой не дружит? То есть вы не можете предугадать то, что человек может быть не в сети, уехал в лес на несколько дней на рыбалку. Там не ловит сеть, он не может это прочитать. У вас кто там сидит, работает, придумывает? Именно вот поэтому перед деактивацией номера телефона я обязан связаться. Переуточнить, хочет ли гражданин дальше использовать этот мобильный номер телефона. Какой гражданин? Ну вы. Будете этот номер телефона использовать? Вы сказали, ну, конечно, я им давно уже пользуюсь и планирую продлить и пользоваться и далее. Я же абонентскую плату пополняю, все, я условия договора соблюдаю, пользуюсь. Хорошо, номером. Евгения Васильевна, эта функция абсолютно бесплатная, не занимает много вашего времени. Я подаю запрос на регистрацию обнуленного договора на представление услуг связи по данному номеру с окончанием 1545. Я так просто не совсем понимаю, чем я вам могу помочь в этом вопросе. У вас там какие-то проблемы, продлевать мне лично приходится. Я вам говорю о том, что действует законодательство о защите персональных данных. Мы не имеем возможности напрямую контактировать с полным объемом ваших документов, поэтому актуализацию ваших данных мы будем делать через портал государственных услуг. По нашему запросу вам будет направлена смс-комбинация в виде четырехзначного числа. Предоставляя данную комбинацию, нам вы будете давать свое согласие на восстановление актуализации данных в нашей системе. Нет, вы можете мне сказать, что не так с моим номером? Я вот этого не понимаю. Уважаемый абонент, на территории России участились такие действия, как перепродажа номеров телефонов для злоумышленников. Этот номер в первую очередь зарегистрирован за вашим паспортом. И поэтому нам необходимо и дальше убеждаться, что вы используете этот номер телефона. А дальше, что значит за моим паспортом? Зарегистрирован этот номер. За моим паспортом, это как понять? За вашими паспортными данными, Евгения Васильевна. За моими паспортными данными? То есть вот есть мои паспортные данные, а мой номер, он за ними, да, вот стоит там, спрятался. Так что ли? Нет, зарегистрирован ваш номер телефона за паспортными данными. А вы не русский человек?
Вас не смущает вот эта вот фраза «зарегистрирован зачем-то»? То есть можно стоять зачем-то? Зарегистрирован за вашим паспортом, уважаемый абонент. Вы не понимаете, да, что меня смущает вот эта фраза? То есть для вас это нормально? Вы не из России, что ли? Евгения Васильевна, скажите, пожалуйста, где я обмолвился? Что вы делали? Обмолвился. Блин, как вы живете, а, вообще? Ну, вам самим не стрёмно, а вот по-русски не уметь разговаривать, а? Ну, это же кошмар. Уважаемый абонент, у вас в школе хотите... русский язык вам не преподавали? Вы, наверное, не хотите, чтобы мы занимались... Ну, я бы не... Ну, как, а как я могу это с человеком какие-то процедуры проводить, который даже русского языка не знает? Как я вас не прошу никакие процедуры проводить? Ну, я не знаю, вам надо какой-то код из СМС. Там, через госуслуги, а при госуслуги непонятно. Это вам надо, в первую очередь, а не мне. Мне? Нет, мне ничего не надо. У меня все работает, я абонентскую плату пополнила, у меня все в личном кабинете, никаких пуш-уведомлений. То есть, если вы мне заблокируете, я приду в... Алло. Алло, Анна Михайловна, добрый вечер. Добрый, сказала мне с нами. Вас привет, мобильный оператор МТС, меня зовут Алексей. Связываюсь с вами по поводу продления действия контракта по вашему номеру телефона с окончанием 76-24. Напоминаю, действие контракта истекает сегодняшним днем. Подскажите, контракт будете продлевать? Номер телефона далее планируете использовать? Да, планирую. Продление займет не более пары минут. Подскажите, на какой срок хотите продлить контракт? Продление возможно на 1 год, на 3 года и на 5 лет. Ну, давайте максимальный. Максимальный. Хорошо. Подскажите, есть ли у вас какие-то нарекания в работе мобильной связи или интернета? Ну, нареканий нету такого, кстати, мошенники звонят. Хотелось мошенники бы, чтобы звонят. Вы как-то антифрод настроили, чтобы не попадали эти звонки. Хорошо. Хочу вас уведомить, что никаких личных данных от абонентов мы не требуем. Все данные о вас будут загружены системой автоматически. Угу. Хорошо. Да, в таком случае... В таком случае сейчас по вашему номеру телефона поступит одноразовый смс-сообщение с 4-значной комбинацией для подтверждения продления вашего контракта. Вы же сказали, от меня никаких данных не требуют. И просите от меня код. Личные данные. Это личные данные. СМС-сообщение – это личные данные? Да, это сугубо личные данные. Личные данные – это паспорт, свидетельство о рождении и код ИНН. У вас неверные данные. Не запрашиваю. Подскажите, вы отказываетесь продлевать контракт, я так понимаю, да? Ну, я не уверена, во-первых, что вы мне звоните, откуда вы мне звоните. Я звоню вам с номера телефона, предоставленной региональной компанией МТС, и указан в 4-м пункте вашего контракта непосредственно. В 4-м пункте этого не указано. Анна Михайловна, вы можете открыть 4-й пункт и прочитать. Я открывала и читала. Вы первый, который мне звонит, что ли? И первый, кто хорошо, у тогда... меня пытается код выманить. Хорошо, первый, тогда хочу вас предупредить. Трубку. Гэкает? Гэкает. Гэкает? Гэкает, да. Так, и такая буква есть? И говорит сегодняшним днем. Ну, у вас в стране есть. В какой стране? В 404. В 4-4? Все понял? Нет, 2-4 в середине нолик. Хорошо, Анна Михайловна, хорошего вам дня. До свидания. Алло. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Слушаю. Энергоспид вас беспокоит. Меня зовут Анна. Звоню вам по поводу замены счетчика в электроэнергии. Скажите, вы согласовали время прихода мастера на бесплатную замену? А что не так с моим счетчиком? Дело в том, что было принято постановление на замену счетчика в электроэнергии. До 25 года обязаны заменить старые счетчики на новые, нового образца, которые будут автоматически передавать показания в энергосбыт. А я проверку проводила вот пару лет назад. Так это было пару лет назад, а сейчас нужно установить вам новые счетчики, нового образца. Это мне нужно лично в энергосбыт с документами подойти?
нет. Сейчас вы можете, в принципе, оформить электронную очередь. Это будет на безоплатной основе. То есть у вас будет талон на бесплатную замену. Это не займет много времени у вас. Сейчас пришла ваша очередь. Я просто не совсем понимаю, как по телефону можно это оформить. А вот я вам сейчас объясню. Вам сейчас, вот, в принципе, в ближайшее время вот должен будет приехать мастер. Вы сможете, в принципе, этот талон получить в электронном формате. Вам придет СМС с этим номером талона. Тогда вы его потом покажете мастеру, и, в принципе, у вас произойдет замена счетчиков на бесплатной основе. Сейчас пришла ваша очередь, так как вы не оформили заявку, вам вместе с платежкой было направлено уведомление, чтобы связались по телефону и договорились, когда вам будет удобно. Уведомлений не было, и я так и не поняла, чем мой счетчик не устраивает. У вас старый счетчик, а сейчас до 25 года все граждане обязаны заменить старые счетчики на счетчики нового образца, которые уже будут автоматически передавать все показания в энергосбыт. А вы понимаете, что я деньги за поверку платила, и у меня следующая поверка только через 5 лет. Вы мне деньги за поверку вернете? Но сейчас принято постановление, да, вам все будет возвращено, конечно же. Ну, давайте я лично подойду и это самое определюсь там, что по счетчикам. А что изменит то, что вы лично подойдете? Ну, я просто не понимаю, как по телефону можно этот вопрос решить. А вы никак этот вопрос не решаете по телефону. Вы всего лишь получите талон электронный, и все, к вам придет мастер в указанное для вас время удобное и заменит вам новый счетчик. Вот и все. Ну, вы мне можете сказать, чем мой счетчик плох? Зачем мне новый? Говорю, что ваш счетчик старого образца. Вам нужно поставить новый счетчик, который будет автоматически показания передавать в энергосбыт. Слушайте, мне несложно самое показание передавать. И плюс поверку он у меня прошел, у меня на сайте он отображается как верный, корректный. Я же показания вношу. А вы меня не слышите? Я в который раз повторяю, что у вас старый счетчик, а вам нужен новый. Кто сказал, что мне нужен новый? Это постановление до 25 года. Где можно это постановление прочитать? Вы должны были увидеть, вам должно было СМС прийти. Я никому ничего не должна. Давайте начнем с этого. Не было никаких постановлений и не было никаких СМС. Было принято. Вы фантазируете. Тогда скажите номер постановления, чтобы я могла с ним ознакомиться. И потом я схожу в энергосбыт и сама встану на очередь. А когда вам будут платно заменять это все, вы хотите деньги тратить еще дополнительно? Ну, я тогда откажусь от замены. Платно я менять ничего не буду. А вы не можете отказаться. Вы не можете отказаться, было принято постановление. Ну, вы меня вот сейчас информируете, мне нужно узнать, что за счетчик. Мне нужно сходить в энергосбыт, поговорить так там с глазу на глаз. Мастер, к вам приедет по факту уже мастер, все объяснит, все вам поставит. Ой, вы знаете, сейчас таких мастеров ходят левых, вон каждый день ходят и предлагают что-нибудь заменить. Давайте я не буду по телефону сейчас ничего оформлять. Я сейчас соберусь и в энергосбыт съезжу. Запишите постановление 84.31.07. Все потребители должны установить в домах и квартирах интеллектуальные системы учета электроэнергии. Хорошо, я схожу и проверю эту информацию. А что вы будете проверять, если вам постановление сказала? Я понимаю, мне нужно узнать, что это за счетчик. Кто производитель? К вам по факту приедет уже. В чем отличие? Мастер. Не надо мне по факту никого. Мне нужно лично поговорить с людьми, которые там работают, узнать, что это действительно правда, а не развод какой-то. И после этого уже я договорюсь по установке. А если это будет платно, то я откажусь, имею право. Вам там в энергосбыте без разницы должно быть, кто вам передает показания, счетчик сам или абонент. Я лично могу взять и подать, равно. Мне не сложно. Не все равно, потому что было постановление, вы обязаны это сделать, не все равно. Никому ничего не обязана. Нет, вы обязаны. Вы же я обязана только квитанции оплачивать, да, которые мне присылают, а вам что-то там... Вам должны поставить новый счетчик, вы меня слышите? Вы мне, чтобы я должна новый счетчик поставить, обязаны постановление это или там какую-то квитанцию или еще что-то привести и положить в ящик. Мне не приходило. Вам приходило. Мне не приходило. Я ознакомилась бы. Я квитанции оплачиваю, из ящика их получаю. В ящике ничего не было. Только квитанция.
значит, вы плохо просматривали то, что вам приходит. Может быть, значит, вы плохо отправляли. Нет, мы плохо не отправляем. Ну, а я не, а я хорошо смотрела. Не знаю, кому пришло. Я сейчас соседке спрошу, подойду и спрошу, а приходила ли ей. А что, это из всего дома только мне, что ли, счетчик менять надо? Ох, как интересно. У каждого человека разная ситуация. Может быть, кто-то уже заменил, а кто-то нет. Это уже не будет. Ну вот я знаю своих соседок, никто не менял. Мы проходили поверку, каждый там в свое время, кому когда положено было. Вы о себе сейчас думаете или еще о других? Причем здесь? Да, я сейчас думаю о себе, и поэтому я сейчас схожу в энергосбыт чуть попозже и выясню, кто мне тут звонит и про какие счетчики новые говорит. Мне не сложно. Угу. Так а что вы будете время тратить, когда вам сейчас возможность такая? Вы мне четко не сказали, что не так с моим счетчиком. Я вам сказала, что 2 года назад он у меня не старый, он у меня рабочий, он прошел поверку. Следующая поверка через 5 лет там или через 4, неважно. В энергосбыт мне, оказывается, идти не надо, это нужно все по телефону делать. Вы представляете чудеса какие? Как о нас государство заботится-то бесплатно. Угу. А это какое государство о нас заботится? 404-е которое? Вы вообще в своем уме что вы несете? Я в своем уме. Алло. Добрый день. А мне нужна Наталья Владимировна. Слушаю, что хотели. Меня зовут Дмитрий, Федеральный фонд ТМС. Наталья, я вам звоню касательно вашего медицинского полиса. У вас обновился формат, его нужно получить в поликлинике в регистратуре. Когда вам было бы удобно подойти? А вы сотрудник страховой? Нет, я сотрудник Федерального фонда ОМС. А что за полис? Полис ОМС, обязательное медицинское страхование. Обновился формат, то есть внешний вид поменялся. Его нужно получить, а старый полис нужно будет сдать. Ну, у меня есть полис нового образца в виде карты. Наталья, у вас ваш полис, формата с вашей фотографией, у вас пластиковая карта, 16-значный номер и 4-код. Я понимаю, это 23-го года формат. В данный момент формат будет у всех биометрическая карта, только уже без вашей фотографии, с QR-кодом и магнитным чипом. Он запрограммирован под работу терминального устройства, которое будет ставиться во всех региональных поликлиниках в течение 25-го года. Да, вот такое просто обновление. А вы будете будете подходить к терминальному устройству, прикладывать ваш полис, и там будет отображаться меню, где вы сможете в электронном формате записаться к любому врачу, что вам нужно. То есть теперь, по сути, не будет регистратуры, в ближайшее время. Да, услышали? Если у меня в поликлинике не будет регистратуры... Все будут подходить к терминальному устройству, приложили полис к сенсорной панели, высветился перечень врачей и услуг, которые можно, выбрали, там электронный билетик получили, то есть, и заходите на точное время, которое вам нужно. В электронную очередь теперь будет. А карту мне кто будет выдавать? Нет, в плане выдачи, как правильно сказать вам, сократится, то есть, функционал в этом плане, то есть... будет кто-то сидеть, ответственный, но уже не будет такого, что под запись ходить. То есть делали терминальное устройство, которое будет стоять для всех. И там, не так все сложно, все очень просто. Даже пенсионер. А почему обновляются полисы? Я вам повторюсь, обновился формат под работу терминального устройства. У вас там будет встроенный магнитный чип и QR-код. В QR-коде у вас запрограммирована вся ваша личная информация, от FIA заканчивая информацией полиса, который вы прикладываете, он отображается, что это конкретно ваш полис и за вами. То есть поняли? Вот я просто не совсем понимаю, почему я не могу использовать старый полис. Потому что он не подходит под работу терминального устройства. Он устаревший медформат. Также вы сможете в электронном формате записываться в поликлинику, который будет отображаться у вас в едином реестре портала госуслуг в разделе здоровья. Там тоже у вас будет полис в электронном формате. И также теперь... Да, спрашивайте. У меня просто есть полис в электронном формате. И тоже обновится. Это буквально там минут 10-15. Там просто добавится еще онлайн-чат, где можно задавать вопросы медицинского характера 24/7. И теперь можно будет по полису ОМС обновленного формата обслуживаться не только в поликлиниках по месту прикрепления, а по всей стране. То есть, если, допустим, вы в командировке, вам срочно нужно по той или иной причине записаться в поликлинику, вы сможете в любую поликлинику записываться в свободном доступе. Услышали? А вы, получается, из моей страховой, да, звоните?
Нет, я же не работник страховой компании. Страховая компания остается у вас прежней. Он остается у вас бессрочным. Поменялся, мы же ответственны, мы являемся регулятором всех страховых компаний. Поменялся внешний вид. Я как оператор делаю заявки на направление, передаю на отдел логистики, они направляют полис в вашу поликлинику. То есть все остается прежним, просто поменялся внешний вид. Поэтому мы выставляем учетную запись старого полиса на обновленный формат, чтобы ничего не было утеряно, не переживайте. Нет, ну просто у меня уже полис, он, ну, как в виде карты. Вот вы я как знаю, говорите, у меня до этого был бумажный. Да, мне полис, обновили да, его вас... вот на карту. Все верно, Наталья. Первый формат был бумажный А5. Второй был 23-го года образец. Пластиковая карта. Повторюсь, в данный момент обновление произошло, позже будет биометрическая карта, уже без вашей фотографии, с магнитным чипом и QR-кодом. Под работу терминального устройства запрограммирован, сделан вот так. Потому что будут во всех поликлиниках региональных ставить терминальное устройство. Понимаете? То есть, если вот. Он будет без моей фотографии, может кто угодно воспользоваться, что ли? Нет, не кто угодно. То есть, не будет кому угодно его раздавать. Он с вас остается. Ну, почему? Может, вот у меня у мужа нет полиса, я ему могу тогда... дать этот полис, он по нему сходит и получит медицинское обслуживание. Или сдаст анализы по нему. А, не сможет, потому что отображаться будет за вашими инициалами, как Чернышова Наталья Владимировна, понимаете? Ну и дочки, значит, я могу свои предоставить. Мало ли там, какая Наталья Владимировна подойдет, ну, девушка. Тогда будьте внимательны, чтобы никто не трогал ваш полис. Это обычная мера, ну, предосторожности. Зачем тогда обновлять? Не понимаю я. Наталья, ну я как оператор делаю заявку на направление, но я объяснил вам, что вот мне сказали, вот нужно так делать. За день более чем 200 людей мы направляем в данный момент. Ну вы же не спрашивали особо, почему обновился у вас на пластиковую карту? Ну он просто компактнее и не рвется, и не мнется. Следовательно, здесь также нет вопроса, он компактный и не рвется. Так он в точности такой же, какой смысл? Неточности такой. Я вам еще раз говорю. Он запрограммирован магнитный чип и QR-код под работу терминального устройства. Вы перекладываете к сенсорной панели, отображается меню. Выбираете врача, который вам нужен, электронная очередь. Все, записались, пришли на точное время, которое вам нужно. Но у меня нет поликлиники еще такого терминала. Я и вам ничего про него никто не говорил. Это план на 25-й год. Вы же сами понимаете, сколько у нас поликлиник по всей стране. То есть, ну, я тогда не понимаю, зачем... Уже, я ну, смотрите, ну, смотри, ну, ну, смотри, ну, потому что будет один общий формат для всех граждан Российской Федерации. Первые уже терминальные устройства есть в Питере, в Москве, в некоторых поликлиниках уже. Вы сможете сами самостоятельно просмотреть, чтобы вы увидели, какой внешний вид и уже поставили. Понимаете? Ну, не знаю, это гуглить надо. Ну, загуглите. Хорошо, Наталья, смотрите, у меня просто нету времени, мне на каждого клиента не более чем 5 минут, мы просто уже 6 минут разговариваем. Когда будете в поликлинике, вам при себе нужно будет иметь ваш паспорт, старый полис ОМС, возьмите вашу пластиковую карту, хорошо? Вы его даете девочкам. Он уже будет просто деактивирован. Каким девочкам? Ну, кто у вас? Медсестра, не знаю, девочки. Ну, на выдаче, в регистратуре. Ну, что, мужчина будете... сидит. Мужчина, хорошо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас сейчас беспокоит ваш оператор сотовой связи, компания МТС. Сейчас мы с вами связываемся, поскольку вы не произвели продление, именно номер с окончанием 9721, договор на предоставление услуг связи. Вы можете подсказать, вы пропустили наше обращение месяц назад или просто дали им не планируете пользоваться? А вы мне из МТС, да, звоните? Да, все верно, ваш сотовый оператор. А в чем вопрос? Вопрос о пролонгации договора на предоставление услуг связи. Вы не продление, ну, продление не осуществили просто. А каким образом я должна была продлить? Ну, вам месяц назад было совершено всего 4 звонка от нашего сетевого оператора, вы по какой-то причине вас проигнорировали. То есть именно в обращении неслась информация о том, что вам требуется обратиться либо на номер горячей линии, либо же обратиться в салон сотовой связи для процедуры по пролонгации. Сейчас же я связываюсь именно с контрольным звонком в целях продления договора, либо же направления номера на деактивацию, если вы, конечно, не планируете им далее пользоваться. А что не так с моим номером? Почему его надо деактивировать? Ну, опять же, истекает именно срок действия договора, который был заключен с нашей компанией при покупке данной сим-карты. Ну, я просто недавно пополняла баланс, мне абонентскую плату списала, или все, у меня все работает. Я понимаю, ранее действительно были такие условия по данному вопросу, то есть ранее договора именно являлись бессрочными. Но сейчас, так как в нашей стране участились случаи незаконной перепродажи сим-карт,
именно сроки по непродлению, ну, то есть непополнению номера и дальнейшей деактивации увеличились до полугода. И, соответственно, также сами сроки продления появились, соответственно, от 1 года до 10 лет. То есть от именно 1 июня 2021 года в автоматическом порядке по всем номерам нашего и других сотовых операторов были назначены сроки пролонгации на 3 года. Вам же он был назначен 23 сентября. Это мне нужно в салон сотовой связи, что ли, прийти продлить? Ранее вы действительно могли обратиться в салон сотовой связи, но на данный момент данная процедура возможна только сейчас в телефонном режиме. Если вы, конечно, далее желаете им пользоваться. Я просто не совсем понимаю, как я вам могу помочь в этом вопросе. Ну, просто смотрите, сам договор будет сформирован в вашем личном кабинете госуслуг в разделе «Мои документы». Это требуется для того, чтобы вы могли с ним в обязательном порядке в течение месяца ознакомиться и согласиться, либо же отказаться от условий использования. При соглашении, только именно при нажатии галочки, что вы согласны с условиями использования нашей компании, именно вступает договор в юридическую силу. Вам понятно? Ну, хорошо, да, присылайте мне в личный кабинет, я проверю и подтвержу, либо подтвержу. Хорошо, ну в таком случае для начала нам потребуется его сформировать. Так, а у вас там нету никакой этой, что ли, рыбы договора? Вы по новой его каждый раз... Ну, у вас рыбы договора нету, то есть вы его каждый раз заново, что ли, формируете? Нет, просто ранее мы договора именно в личном кабинете госуслуг никогда не формировали. В данный момент просто требуем, ну, требования от компании, чтобы... Если вы человек, что ли, вы... Нам нет... Нет, ни в коем случае. Может, я не пойму. Ни в коем случае. Уже очень большое количество абонентов прошло через данную процедуру, имея свои договора именно в личном кабинете госуслуг. Сейчас же просто именно наша компания требует от абонентов регистрации договора именно в одном из государственных сервисов. На данный момент это госуслуги. Просто в нашей стране участили случаи незаконной перепродажи сим-карты. Требуется, чтобы каждый абонент числился на государственном уровне в нашей компании. Вам понятно? А вы оператор МТС? Ну, то есть вы там работаете, что ли? Да, я именно специалист по продлению договоров. Ну, а оператор, что не так вот с моим договором-то, я не поняла. Он истекает. Все просто. Я просто недавно же абонентскую плату пополняла. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует компания «Центр обслуживания абонента». Меня зовут Лилия, очень приятно. Я вас слушаю. Уважаемый абонент, связанный с вами касательно вашего номера телефона, цифра 2678. Хочу вам напомнить, что вчерашний даты подошел к вашего договора клиентского обслуживания по данной сим-карте. Инна Владимировна, подскажите... В дальнейшем использовать данный номер и оставаться абонентом нашей компании. А вы оператор связи? Плохо очень слышно, плохо очень слышно, связь пропадает. Я говорю, вы оператор связи, что ли? И откуда вы мне звоните? Мегафон. А что не так? Что случилось? Я с вами связываюсь касательно вашего номера телефона с окончанием... 78. Хочу вам напомнить, что вчерашней датой подошел к концу срок договора клиентского обслуживания по данной сим-карте. Инна Владимировна, подскажите, вы в дальнейшем использовать данный номер и оставаться абонентом нашей компании? Слушайте, странно, я просто недавно пополняла баланс, и мне абонентскую плату списали, то есть у меня все работает. Нет, связано с вашим тарифным планом. Мы на данный момент поменяли программное обеспечение, из-за чего вынуждены приводить всех своих клиентов на фактически бессрочный договор. Но это мне нужно в салон сотовой связи, что ли, прийти продлить? Смотрите, дело в том, что вам еще месяц было направлено пуш-уведомление на ваш личный кабинет, что в течение 30 рабочих дней необходимо обратиться в салон связи для продления. Своевременно, к сожалению, вы этого не сделали, срок окончился вчерашней датой. Подскажите, возможно, вы пропустили данное уведомление или не нашли посещение? Ну, я просто не совсем понимаю, как я могу вам помочь в этом вопросе. Мне потому что ничего не приходило, никаких оповещений. Там. Я вообще от вас первый раз про это слышу. Хорошо. Скажите, вы личным кабинетом вообще пользуетесь в целом? Ну да, я через него баланс пополняю. Говорю же, пользуйтесь, вот хорошо, я вас услышала. Хорошо, в таком случае, на какой срок от 1 года до 5 лет вы желаете продлить пользование данным номером? Ну, продлевайте на максимально, но вы мне так и не рассказали, какая проблема-то с моим номером, почему его блокируют. Смотрите, ранее ваш договор автоматически ежегодно продлевался еще на год. Если
действительно пополняли свою сим-карту и пользовались вашим тарифным планом. Увы, сейчас данная программа нет, как мы переходим на другое программное оборудование, поэтому нам необходимо сейчас единоразово пройти процедуру пролонгации, чтобы в дальнейшем, ну, как не было никаких вопросов. Ну, я опять же просто говорю, у меня продлилось, потому что я пополнила баланс, у меня абонентскую плату списали, у меня все работает. То есть и номер, и ничего, у меня никаких не было оповещений. Это, опять же, это не с тарифным планом. Мы на данный момент сейчас меняем программное обеспечение, переходим уже на... Почему мы вынуждены самостоятельно продлевать договора своим клиентам? Понимаете, Инна Владимировна? Нет, не понимаю, это же ваша проблема, вам нужно менять что-то. А вы звоните и беспокоите своих абонентов. Пришлите мне в личный кабинет, там, что... Ну, пришлите мне в личный кабинет, что нужно там пролонгировать, я схожу в салон сотовой связи и продлю. Мне ничего не приходило. Я вас понимаю, но вы тоже поймите, я как сотрудник, к сожалению, не могу... вам на данный момент что-либо сказать по этому поводу, потому что, опять же, еще месяц назад вам поступило уж уведомление на ваш личный кабинет, чтобы вы в течение 30 рабочих дней подошли в салон. Данный срок окончился вчерашней датой. Я не совсем понимаю, чем я могу вам помочь в этом вопросе. Проблема у вас там в оборудовании и в каких-то программах, а вы звоните мне и отвлекаете меня сейчас от работы. Я вас понимаю, но это тоже... Что я должна сделать? Это тоже... Я вас понимаю. Если это... надо, приду, схожу. Но вечером. Это тоже моя работа. Я сейчас так же работаю. На данный момент у меня открыта заявка либо на деактивацию. С данным номером что будем делать? Ну, продлевайте. А вы из МТС, да, звоните? Вот сам этот оператор. Или откуда? То что? Мегафон. Откуда? Мегафон. И в чем вопрос-то? На какой срок от 1 года до 5 лет вы желаете продлить свой договор? Ну, я бы хотела, чтобы все было как до этого оставить. Хорошо, это максимальный срок вас устроит, верно? Какой? На максимальный срок. Вы пропадаете. На 5 лет. 5. Нет, на 5 лет меня не устроит. Я бы хотела, чтобы у меня было все как раньше, по абонентской плате, чтобы я продлевала. А если не продлила, там, в течение 2-3 месяцев эту сим-карту заблокировали. Я не хочу никаких вот с вами там длительных отношений обязательных иметь. Я, может, через месяц этой сим-картой пользоваться не буду. Я вас понимаю. Это вообще никак с вашей абонентской платой, с вашим тарифным планом. У вас касательно... тарифного плана, абонентской плате, интернет и так далее и тому подобное, все остается без изменений. А что меняется тогда? Продлевается? Мы его продлеваем на обслуживание по данной сим-карте. Вы можете продлить на 1 год, на 3 года, максимальный срок 5 лет. Слушайте, сим-карта – это маленькая пластиковая карточка. Какое обслуживание сим-карты? Вы мне вот это можете объяснить? Я ни хрена не понимаю из того, что вы говорите. На предоставление... Какую пластиковую карточку вы хотите обслуживать? На предоставление услуг связи, если конкретней. На предоставление услуг связи у меня абонентская плата, которую я стабильно пополняю. А если я не буду ее пополнять, у меня через месяц или два номер заблокируется. И все. А вас... Я вас понимаю, но... Обслуживание вас по данной сим-карте. На данный момент, опять же, мы меняем программное... оборудование. Переходим на отечественное. Сейчас необходимо верифицировать вас на нашей компании и также возобновить запись в нашей системе, чтобы, опять же, в дальнейшем у вас не возникало абсолютно никаких вопросов. Я вам в дальнейшем также на номер телефона, на электронную почту, на WhatsApp, куда мне, я вам направлю уже вашу обновленную документацию с вашим обновленным договором. Ну, а можно мне это как-то через салон связи сделать, продлить? Потому что мне нужно сначала увидеть договор, посмотреть, что там написано. Я не собираюсь сейчас там что-то подписывать до того, пока я это не увидела и не прочла. Алло? Здравствуйте. Слушаю. Вас приветствует портал государственных услуг, отдел контроля операций. Меня зовут Сергей. Ваша заявка на закрепление контактного номера была одобрена.
В заявке вы указали номер с окончанием 5453. Закрепить его как основной или как дополнительный по вашей учетной записи? Нет, вы что-то путаете. Я никаких номеров не обновляла. Это не ваши действия? Нет, не мои действия. Странно. А доступ к порталу вы никому не предоставляли? Нет. Я вас понял. По всей видимости, сейчас кто-то, имея доступ к вашей учетной записи, так как заявка была направлена с вашего личного кабинета. В таком случае я запрашиваю у технического отдела диагностику по вашему профилю. Также уточните, у вас ранее были технические сбои в работе портала? Возможно, вы не могли войти, информация отображалась некорректно. А, вы что-то путаете. Я вот сейчас захожу в свои госуслуги, у меня тут никаких дополнительных номеров не подвязано, и никто не заходил. Вы не сможете решить данный вопрос самостоятельно, поскольку у вас клиентская версия портала, заявка на замену номера телефона и запросы на предоставление справки 2НДФЛ и кредитные истории будут отображаться лишь на том устройстве, из которого они были поданы. Именно поэтому нас в срочном порядке соединило... Вы сейчас какую-то чушь говорите. Я с компьютера подаю запросы, с телефона, потом эти запросы могу даже черновики оставить на компьютере и продлить на телефоне. Какую-то ерунду несете. У вас не будет показываться данная информация, поскольку заявка на замену номера телефона будет отображаться лишь на том устройстве, из которого они были поданы. Также скажите, у вас ранее были технические сбои в работе портала? У меня никогда не было никаких технических сбоев. Я вас поняла, а когда сейчас последний... Нет, у меня сейчас все прекрасно работает. Хорошо, я вас понял. А когда последний раз обращались в МФЦ? Зачем мне обращаться в МФЦ? Хорошо, не обращались. Верно я понимаю? Нет, неверно. Неверно? Нет, неверно. Обращались в МФЦ? Вам зачем эта информация? Необходимо... Вы откуда звоните? Необходимо указать данную информацию. Мы звоним из города Москвы. Да, в городе Москве вот так говорят, как в стране 404 говорят и гэкают. Сейчас это прям московский акцент, да? Сейчас необходимо провести регламентные работы. Вы сейчас меня слушаете или нет? Ой, бляха-муха, как же вы задолбали. Когда вы в последний раз обращались в МФЦ? Вам зачем эта информация? Еще раз вам говорю, что необходимо провести регламентные работы по вашему порталу. Не проводите. Регламентные работы, они относятся к вам, а не ко мне. Проводите. Без вашего участия это невозможно. Для ну, значит, вашего не проводите. Для вашего же удобства мы предоставляем вам регламент. Для моего удобства ничего вам говорить я не буду. Послушайте, потому мы что вы не из Москвы. Мы предоставляем вам гэкают. Регламент. Мы предоставляем вам регламент действий данной проблемы. Вы в первую очередь должны быть заинтересованы в безопасности ваших персональных данных. Вот поэтому я вам ничего говорить не буду. Когда вы в последний раз обращались в МФЦ? Какой настырный. Какая тебе разница? Хорошо, по данным... Молодой человек, вам что надо? Скажите мне, пожалуйста. Еще вы раз что, первый, говорю... кто мне звоните вот так вот и гэкающим голосом что-то от меня требуете, то операторы связи звонят, что у меня номер прекращает действие, в итоге нифига ничего не прекратилось. То, блин, у меня, оказывается, теперь в госуслугах кто-то номер меняет. Так, успокойтесь. Бессовестные. Просто бессовестные. Я с вами связываюсь первый раз. Нас с вами связала автоматически роботизированная система по факту поданной заявки с личного кабинета. Ну так что вы от меня хотите? Вам что от меня надо? Код, чтоб я вам из СМС сказала? Не скажу. Я не запрашиваю у вас никакой личной информации. То есть логин и пароль от ваших личных кабинетов, данные вашей карты счетов. Так вам их никто не скажет, даже если вы запросите. Либо же номера документов. Такую информацию... Да, и кодов из СМС я вам не скажу. Я вам сразу говорю, можете на меня время не тратить. Алло. Алло. Алло.
Алло. Вас не слышно. Перезвоните. Алло. 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 Ирина Сергеевна, да, здравствуйте. Да, вот сейчас слышно. Здравствуйте. Приветствует вас Мегафон, меня зовут Дарья. Это не рекламный звонок. Я с вами связываюсь, поскольку ваш номер телефона сейчас находится на этапе удаления. Это связано с тем, что на протяжении месяца вы не обновляли условия договора на предоставление услуг. Подскажите, вы планируете этим номером далее пользоваться, либо же могу его отключать? Нет, я планирую, но у вас неверная информация. Я все правила договора соблюдаю. И вот недавно абонентскую плату пополнила, у меня все работает. Смотрите, у вас, вопрос наверное, неверная информация. Не в абонентской плате. То, что абонентская плата была внесена, это все отображается. Давайте объясню, почему происходит такая процедура, чтобы было понимание. Дело в том, что ранее договора обновлялись в автоматическом порядке, но поскольку сейчас участились случаи незаконных перепродаж сим-карт третьим лицам, после чего производятся незаконные действия, Роскомнадзор с марта месяца этого года нас обязал продлевать договора абонентов. У вас за последний месяц вам несколько раз направляли смс-оповещения с информацией о том, что необходимо обновить договор. Вы их не получали или не обращали внимания? Нет, у вас какая-то неверная информация, я никому ничего не перепродавала. У меня все в порядке, вопрос все нормально работает. Вопрос не в том, что вы перепродавали. Вопрос в том, что сейчас ваш номер в списке на удаление, на деактивацию. Да не может этого быть. Все нормально работает. Хорошо, тогда ожидайте деактивации, если у вас все нормально работает. Вам хорошего Ой, дня. Ой, да пиздоболка ты. Ничего ты не деактивируешь, шлюшка. Ничего, что трубку не кидаем? А? Шлюшечка. Шелюшечка. Алло. Алло, добрый день. Добрый. Вас из поликлиники беспокоят. Слышно меня нормально? Ну да, хорошо слышно. А что случилось? Отлично. Да, я вам вот по поводу ОМС полиса позвонил. Дело в том, что проверялась документация и нашли такой вот нюанс неприятный, что не у всех людей почему-то отображается запись о получении. Вот поэтому и позвонил, собственно. Ну, конечно, у меня он с рождения. Так-то. Алло. То есть, как это? Ну, он у меня с рождения. Полис ОМС у меня с рождения есть. Алло. Анна Дмитриевна, здравствуйте. Это Добрый фонд день. ОМС. Меня зовут Аисия. Ваш обновленный медицинский полис уже изготовлен. Уточните, как вам будет удобнее его получить. В поликлинике, регистратуре, либо курьерская доставка Почты России. В регистратуре. Хорошо, в течение 3 дней он поступит в вашу поликлинику по месту регистрации. А для получения необходимо будет иметь номер электронной очереди и также сдать ваш старый полис. Подскажите, вы его не теряли? Нет, не теряла. А что Хорошо. За электронная очередь? У нас там очередей-то нету. Скажите, вы читали смс-оповещение, которое вам поступало? Какое именно? От госслуг. А что там должно было быть написано? О том, что с вами свяжутся для того, чтобы получить, чтобы вы смогли получить обновленный ваш полис. Нет, мне такого не приходило. Хорошо. Я вообще от вас первый раз слышу, что у меня обновляется полис. У меня, я недавно обновляла, у меня пластиковая карта. То есть, что там еще за обновления такие у вас? У вас будет индивидуальный QR-код плюс лист здоровья. Теперь вы сможете получать перечень медикаментов бесплатно. А я к льготникам не отношусь, поэтому мне этот лист не положен. Сейчас он положен каждому граждану. И также при острой необходимости у вас есть возможность получить ее бесплатно. Просто в аптеке дают бланк и говорите, какие медикаменты вам необходимы. Чудеса какие-то. Да. Так, давайте я сейчас позвоню в свою страховую и уточню, потому что что-то какая-то ерунда. Какая ерунда? Ну, то, что вы говорите, это чушь какая-то. Какая чушь? То, что из вашего рта вырывается, это полная чушь.
был подписан указ согласно 326 федеральному закону о обновлении страхового полиса и внесении в него индивидуального QR-кода. Вот согласно этого, согласно этого изменения, я получила пластиковую карту. Это изменение вступило уже давным-давно. Нет. Ну что нет? Когда оно вступило? Когда конкретно? Была поправка. Сейчас вам скажу, какого числа. Второго сентября. То бишь, 3 дня назад? Да. Ясно. И уже успели изготовить пластиковые карты всем гражданам и отправить? Не всем, пока что некоторым. Ясно, понятно. Ну ладно. Что от меня требуется? А вам сейчас поступит номер электронной очереди. Назовите его для того, чтобы я за вами зарегистрировала. Откуда мне должно поступить этот номер? Или от официального номера МЭП, или от госуслуг. Точно вам сказать не могу. Так, вот мне пришла СМС от госуслуг. Очередно. Алло. Дарья Владимировна, здравствуйте. Слушаю вас. Приветствую Центр обслуживания абонентов, связывается с вами оператор сотовой связи. Меня зовут Александр, очень приятно. Уважаемые абоненты, связались о пресечении срока действия обслуживания вашего мобильного номера с окончанием 1072. Скажите, вы будете продлевать срок действия номера мобильного договора? А вы оператор сотовой связи? Совершенно верно, Дарья Владимировна. А что не так с договором? Это все так, просто на территории Российской Федерации такие действия участились, как перепродажа номеров телефонов для злоумышленников. И нам всего лишь необходимо перепроверять поверхностную информацию, что именно и далее вами используется этот мобильный номер телефона, а не третье лицо использует ваши данные в своих корыстных целях. Ну, я просто, пользуюсь, а что... Дарья Владимировна, у вас есть возможность продлить срок действия, минимальный срок обслуживания 1 год, максимальный 5 лет. Какой срок мне занести в систему? Ну, слушайте, я не знаю, в связи с чем он заканчивается, непонятно. Я вот недавно пополнила баланс, мне абонентскую плату списали, все работает, все нормально. В связи с распоряжением от Роскомнадзора. Сказали, из срочного режима перевести в срочный режим абонентов. Я же не говорю, это вы, Дарья Владимировна, оплачивали свои тарифные услуги. А я с вами связываюсь по поводу пролонгации вашего мобильного номера телефона, понимаете? Ну, это мне нужно в салон сотовой связи прийти продлить, что ли? На это у вас был целый месяц, Дарья Владимировна, поступали пуш-уведомления, смс-уведомления от нашего оператора, для того, чтобы вы провели актуализацию данных, то есть обратились в салон сотовой связи. Ну, целый месяц. Мне ничего не поступало. А вы пользуетесь мобильным приложением? Личный кабинет у вас установлен? Конечно, да. Я пополняю свою абонентскую плату через него. Ну, возможно, не замечали, либо проигнорировали. То есть пуш-уведомление — это короткие смс-уведомления от нашего оператора. Что, Дарья Владимировна? Говорю, вот сейчас зайду, проверю. Дарья Владимировна, пуш-уведомление — это короткие смс-уведомления от нашего оператора. То есть смс-уведомление может удаляться в течение 12 часов. То диалоговое окно... Вы хитрые. У меня ничего не удавляется. Вот у меня тут сервисные есть уведомления, и они тут у меня с начала года тут отображаются. И лента тоже все у меня тут отображается. Уважаемый абонент, то диалоговое окно, куда вам ранее поступали смс-уведомления от нашего оператора, вам была направлена смс-комбинация в виде 4-значного числа. Я не совсем понимаю, как я вам могу в этом вопросе помочь. Каком? Ну, вот в продлении там номера. У меня с моей стороны все продлено. У меня вон тут написано еще на 28 дней. Дарья Владимировна, ну это вы оплачивали свои тарифные услуги. Я не по поводу тарифа с вами. Вы сказали, что у меня там по тарифу, по моему номеру телефона, что он заканчивается. Я вам говорю, вот у меня продлено. Ничего не заканчивается. Никаких... Сим-карта перестанет ловить связь от телевышки. Понимаете, Дарья Владимировна? Вы знаете, что такое телевышка?
Вы точно из этого сотового оператора звоните? Дарья Владимировна. Да, я слушаю. Вы понимаете, по какому вопросу с вами связываемся? Нет, не понимаю. Я вообще не понимаю, что с моим номером не так. Что вас не устраивает? Я абонент. Если вы думаете, что я там кому-то передарила сим-карту, ну, пропилингуйте ее и увидите, что как бы она все время у меня находится. Уважаемый абонент. Можно посмотреть историю звонков. Там же у вас отображается. У меня звонки всегда стабильно. Дарья Владимировна. Номера. Уже несколько лет. Уважаемый абонент. Попрошу вас минуточку вашего внимания. Связались я с вами по поводу того, что вы не посещали сотовый салон связи в течение месяца. Для актуализации как ваших это данных... Не посещала, нас... посещала. Я ЕСИМ покупала, не покупала, а обменивала вот буквально недавно. Все доброго тогда. Раз посещали, номер будет деактивирован без возможности на восстановление. Ой, зачем балабол. Вы? Давай. Канал МАФ благодарит всех, кто с нами. Донатом, лайком, комментарием, просмотром. Напоминаем о том, что у нас есть еще Дзен и новый ресурс на платформе. Ссылки в описании канала и в закрепленных комментариях. Кому мешает реклама на Дзене, установите себе приложение Дзен, и будет вам счастье без рекламы.